start riding. My flows bring the tide in. My John Cochran, break your pride in. То, что хотел запрягнаться, это волна, следующая постановка этого нового бицепса. То есть, вот мы работаем движение из брейкданса. Танцоры не судите строго. Я уже 20 лет как не танцор. Но тем не менее, какие-то навыки остались. И в принципе, если вы делаете это с душой и под подходящую музыку, и немножко предварительно отрепетировав, то получается неплохо. То есть публике это нравится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Примерно так выглядит стандартная волна. Понятно, что я уже весьма деревянный, но тем не менее. То есть основной принцип. Это можно порепетировать самостоятельно, как отдельное движение до тех пор, пока оно у вас не будет получаться более-менее чистым. И после этого уже это можно использовать в связке с фазированием следующим образом. То есть вы начинаете волну, ставить двойной бицепс, например. В принципе, можно переходить на любую другую позу. То есть варианты разные. Очень неплохо смотрится со спины. Поиграли и поставили. Эталон, конечно, это великий, не побоюсь этого слова, питерский бодибилдер, легенда российского бодибилдинга, я считаю, Александр Вишневский. То есть впервые я увидел это в его выступлении, вот все эти вещи из брейкданса, и на меня это произвело просто в свое время неизгладимое впечатление, и надо отдать должное, то есть на тот момент никто таких вещей в России, по крайней мере, не делал. Да и за рубежом делал немногие, то есть это смотрелось шикарно, мега круто и очень пластично. И не думаю, что Вишневский выигрывал хореографии, да, он выигрывал все-таки мышцами прежде всего. Но при этом человек колоссально умел себя подать, колоссально умел завести зал, зарядить своей энергетикой. И это то, чего не хватает многим нашим сегодняшним чемпионам, или просто соревнующимся спортсменам, и не только российским, но и мировым, даже на престижных профессиональных турнирах. Поэтому если вы будете владеть этим, если вы будете владеть хотя бы минимальной пластикой и стараться делать все красиво и создавать определенный образ, то это будет огромный плюс в вашей копилке как спортсмена, как личности и как звезды бодибилдинга местного масштаба или российского масштаба. То есть публика будет вас любить и, возможно, будет плюсом. Маленькое библейское отступление. Так, что еще? Start riding, my flows bring the tide in. My John Cochran, break your pride in. I shagged up before you married her. Took the ring, poured it for an actor.